Всем привет, ребят! Ну что, как обычно, трешуем на английском сервере. Они все дешевле и дешевле делают плюхи. И довольно-таки неплохие паки продают. В общем, что у нас интересного? Вот за десятку, пожалуйста. Просто обалденнейший пак. То есть дешевле уже 12 тысяч камней продают. 3 тысячи этих. Ну, это, конечно, 3 тысячи лучше купить. Ой. Лучше купить пятые сундучки, более выгодно будет. Так, что тут? Роза. Ну, короче, куча всего. Это такое. Что у нас интересного сегодня? Смотрите, сколько плюх я получаю за один пак. Бум! Жесть, конечно. Вот что вы скажете на это? О, ничего себе, даже получили, получили. Нифига себе! Вот это сказала я себе. Вот такие вот плюшки, ребят, просто обалденнейшие, как по мне. Ну, это английский сервер. Тут ничего не скажешь, тут просто скажешь красавчики. Так, что у нас интересного есть? Хрустальный. Есть хрустальный, плюшечки. Интересные, пират у нас не поменялся. Пират тот же. Вот этот пак. Посмотрите, какие плюхи. Хаммер. Быки. 20 коробок. 39. Рунок. Там третий. 50. 500. 600 эссенций. Третий. Короче, неплохие плюхи. Некрос. Поинт. Короче, блин, обалденный. Обалденный пак сегодня. Реально обалденно дают. Поехали по акциям, пробежимся, пооткрываем плюшки, как обычно. 12 попыток. Еще 200 гемов. Напоминаю, идет конкурс на Огника, то есть я его разыграю в воскресенье, также еженеделька. Короче, все как всегда, ребят, все в ваших руках, все зависит от вас. Так. Императорская кузница не интересна. Там ничего интересного нет, сколько мы там уже бегали. Там только нас разводят. Гарпия, ничего себе. Самый недостающий герой на моем аккаунте. Малтаника. Так, а ну-ка, Smashing Twin. Сейчас мы два яйца разобьем. Драйт малышник. Ну, здесь ничего не меняется, они этим. Меня не удивляет. Ну, в общем, ух ты, ничего себе. Видите, мы еще не все забрали. У нас еще здесь уже, оказывается, перелимиты по желтым камням прошлись. А потому что я давно уже ничего не открываю. Так, окей. Поехали посмотрим. Пятые. 530 штук. Неплохо. Шестые. Тоже неплохо. Я тоже их открыть не могу. Так, это у нас седьмые. Let's go. Подобиваем скины. Грядет, ребятушки, что-то интересное. Опять нам что-то донатное приготовят. 100%. Так, ну давай, 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 новый талантик. Фиг там. То, о чем я говорю. 30 коробок и опять же, нифига, ребят. Вот тупо, знаете, как заколдованный этот чарка. Так, ладно, будем опять копить. 500 кулаков, обалдеть, надо открывать. 100%. Такс. Пятые. Давайте хоть пятые пооткрываем. Коробки я уже, честно говоря, не знаю. Я их просто даже продавать их. Ну, нечего с ними делать, нечего ролить. Единственное, что здесь классно, это, конечно, то, что мы получаем книжечки. Как видите, книги падают довольно-таки неплохо. То есть, либо брать большой пак, да, либо открыть. Вот мы открыли 200.
Но зато нормально получили книг. То есть мне больше нравится, конечно же, открывать. Так, сундуки замка. Так, окей, поехали. Десятка. Так, тут еще два левела надо докачать. Тут тоже. Ну, по чуть-чуть докачаем. Честно говоря, эти здания, они параллельно сопутно качаются. Неплохо, кстати, силушки прибавляют. Такс. Блин, вот сколько у меня там уже, вот посмотрите, сколько у меня чарок. 21, 17, вот самые такие, знаете, топовые. Этих дофигища падают, а вот новая, шанс настолько маленький, что просто жесть. Я уже не знаю, там пару штук только, со 100 где-то коробок выбил, ну, штуки 3 максимум. То есть, если сравнивать с остальными, их как минимум 5 должно быть уже. 21 тысяча коробок. Вот что мне с этими коробками делать? Полный жесть, я бы так сказал. Ну давай. 4. Ну зачем мне 4? Я хочу 5. Четверки, кстати, довольно-таки неплохо падают, но вот пятерки, даже не надейся, они говорят. А пятерку я хочу для очередной имбы поставить, потестить. Ну, к сожалению, как видите, не падает. Пятерка. Хочет, да, она не упадет. Так, что у нас по скинам? Тут понятно. Хрона мы уже на максималку докачаем сейчас. Так, кто у нас остался? С девятки на десятку перевести и все, да? То есть опять два скина у меня не докачаны, все остальные уже докачаны, ну еще понятно, здание еще немножко подкачаем, где-то плюс 1003, думаю, еще апнем. Такс, что у нас интересного еще есть? Можно было бы, конечно, добить, сделать кому-то 13-ку, многие там пишут, ребята, почему ты не качнешь 13-й. Я вам скажу так, что мало с героев, которым, ну, есть смысл вот это вот качать беспонтово. То есть прирост такой мизерный, скажем так, что оно того даже не стоит заморачиваться. Так, ну что, давайте еще потрешуем. 100% уже заберем то, что нам надо. Сколько раз себе говорю, хватит, хватит, остановись. Остановитесь! Так, окей. Let's go. Попробуем. Можно было бы, конечно, в хрустальный поиграть, но мне убивать нечего, по сути. Ну давайте фри. Пейн, да. Вот так вот. Дают нам пейнду. Я улыбали здесь название. Так, еще докачаем здания, наверное, какие-то, а может и нет. Давайте сразу проверим. Вот здесь то 100% качнем. Почти. 8. Вот, отлично. Ну все, осталось только этого докачать. Кренделя. А что у нас по скинам на здание? Кстати, я хотел посмотреть, что по зданиям у нас 150. Ну, скоро докачаем. Докачаем, все откроется следующий скилл. Нифига мы не качнем. А, не, качнули. Хоть что-то качнули. Плюс 200.
Отлично. Значит, 9 раз еще осталось качнуть. Ну, в среднем 1000 по 200. Это где-то 2000. 2-3 тысячи будет. Так, хорошо. Поехали опять же открывать. Давайте по одной откроем уже. Так, рвение, ослепление, доспех. Ну, доспех классный, но уже не актуальный. Хранитель леса, метеор. Опять хранитель леса. Недомогание. Ну и 5 на удачу. Бум! И нифига. Короче, все как обычно, ребят. Как обычно, все неудачно. Эти сундуки не могу открывать, те не могу открывать. Вот так и живем. Везде, короче, перелимиты. Ну, это английский сервер, тут ничего не сделаешь. Вот такие вот дела. Ждите видосика с новым героем. Всем удачи, всем пока.